Но сразу привет всем фановим наших Динамо. Них всегда очень много, и это очень удобно играть игры, когда они здесь. Но мы в Новгородске были там 10 дней, тренировались хорошо и припрямались за наши следующие игры. Это есть одна, за которую сами припрямали, но наш цель есть дальше, когда будет плей-офф. Там очень красиво, мне нравится быть в Новгородске, там все есть за профессиональную припрямку, молодец. И что сказать за игру? Я очень сретна, что мы выиграли игру, но не очень сретна, потому что как мы играли. Думаю, что надо было выигрывать 3-0 сразу, но ошибнули все очень много и проблемы с концентрацией у нас есть и ошибок. Это есть, что у нас есть да, от початка. Я хочу, что это до конца будет поменьше. Но честитам Омску, поздравляю Омску команду. У них есть, знаю, очень тяжело с этим путованием, и что играли Европу. Но им все сретно в будущности и нам также. Привет всем еще один раз и увидимся на нашей следующей игре. Спасибо. Спасибо. Это самое хорошее интервью, которое у нас...